Шановні прихильники телепередачі «Інтелектуальне асорті», вас вітають сьогодні шановні гравці. Вітаємо і ми вас на телеканалі «Миколаїв», шановні члени журі. Бажаємо вам приємного перегляду нашої передачі, а вам, шановні гравці, тільки перемоги. І тому, як завжди, по традиції, перше слово я завжди надаю автору програми, керівнику клубу інтелектуальних ігор Університету Україна, шановній Тетяні Олександрівні Макароновій. Здравствуйте, дорогие телезрители! Я с удовольствием представляю вам наше уважаемое жюри. Это преподаватель Университета Украины, кандидат философских наук Мирошкина Наталья Валерьевна. Заведующая библиотекой филиалом для юношества ЦБС для взрослых Елена Александровна Баранова. И председатель нашего сегодняшнего жюри, музыкальный руководитель детского дошкольного учреждения номер 93, ведущая солистка народной вокальной студии Николаевского городского дома учителя, лауреат и победитель всеукраинских вокальных конкурсов и фестивалей Ковалева Наталья Викторовна. Вот и подошел ответственный момент, когда мы добрались до финала чемпионата Николаева среди школьников по игре «Что, где, когда». На первом этапе участие в нем приняло 34 школы. И вот 4 самые сильные, самые упорные, самые азартные команды оказались у нас в финале. И играют у нас сегодня такие команды. Команда школы номер 45. Команда школы номер 32. Команда гимназии номер 41 и команда школы номер 15. А сейчас мы с вами переходим к первому туру. Это разминка. Готовы? Ящики, мешки, коробки. Одним словом. Собирать. Не, ну как это называется? Емкость. Кто в чем товар продается? Емкости. Упаковки. Это тара. Развалины древнего дворца. Руины. Руины. Риска на дереве для памяти. Узелок. На дереве. На дереве. Вырезать. Ну как это называется? Отметка. Это называется засечка. Засечка. Червяк на крючке. Приманка. Да, ну, да, приманка. Ныряет зимой в прорубь. Морж. 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 Песня, картинка. Видео. Видео что? Видео. Видео. Как называется? Видео панорама. Снятый фильм на песню. Клип. 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 Правильно. Неформал на мотоцикле. Байкер. Байкер. Да. Сладкий дамский алкоголь. Вино. Шампанское. Ликер. Ликер, да. Дающий санкцию на обыск. Кто должен подписать? Суд? Нет. Участковый. Должностное лицо, нет, как нет. Называется? Таможня. Обвинитель в суде. Кто? Прокурор. Да. Копировальное устройство. Ксерокс. Ксерокс. У нас тут 8 правильных ответов. Напарник в диалоге. Собеседник. Да. Краска для ресниц. Тушь. Выходной среди недели. За переработку дают потом что? Отгул. Молодец. Тоска по родине. Тяга. Нет. Как это называется? Это называется ностальгия. Угу. Цепкость дельца. Деловая. Хватка. Молодец. Сопровождение с почетом. Свита. Свита, экскорт. На ней рак свистит. Гаря. Строй в одну линию. Шеренга, молодец. Танец с задиранием ног. Канкан. Канкан, молодец. Школьный стол. Парта. 9 правильных ответов, молодец. Прогулка вниз по ступеням. Ну, спуск. Беловежский бык.
Зубр? Да. Ирбис – это снежный. Марс. Молодец. Время пробуждения природы. Весна. Весна. Тоннель вдоль кабинетов. Коридор. Остров Минотавра и Ариадны. Крит. Крит. Большие гонки яхт на воде. Регата. Да. В Николаеве мальчик живет. Папа Буратино. Карло. Папа Карло. Карло. Тушеные кусочками овощи. Рагу. Прозвище Синдбада. Мореход. Мореход. Молодец, 10 баллов. Должность Ришелье. Кем он был? Мэром. Мэром Ришелье? Он был кардиналом. Бродяга без жилья, одним словом. Бомж. Да. Колея любой планеты. Орбита, да. Серые дни недели в календаре. Будни. Сопение толстяка после бега. Одышка. Одышка. Еда для животных. Корм. Открытый купальник. Бегинки. Религиозная диета. Пост. Колпачок на больной зуб. Пломба. Коронка, правильно. Победитель первенства. Чемпион. Чемпион. 9 баллов. Спасибо. Слово жюри. Уважаемые игроки, начался первый тур нашей игры. И назывался он «Разминка». Ну, будем надеяться, что это действительно разминка, и в дальнейшем вы все будете отвечать более уверенно и правильно. Итак, итоги. 45-я школа, первый стол. 8 баллов. Школа номер 32. 9 баллов. Гимназия 41, блестящий. 10 баллов. Школа 15, 1 балл меньше. 9 баллов. Сейчас мы играем конкурс «Перевертыши». Хуже новое, чем свое. Лучше старое, чем чужое. Молодец. В маленькой машине маленькая поездка. Большой корабль, большой корабль. С затылка напьешься чаю. С лица воды не пьешь. Молодец. Дальше возьмешь, ближе положишь. Ближе положишь, дальше возьмешь. Так, добрая ссора хуже худого мира. Плохой мир лучше. Хороший ссор. Да. 5 правильных ответов. Да. Спасибо. Осень ночью черна. Зима днем. Да. Тепла. Да. Зима крестьянину отчим и мачеха. Осень селянину отец и мать. Да. Маленькому ломтю ухо огорчается. Большому куску. Рот. Рот. Да. Будут сытые, не съедят и горячие. Не будут голодные, не съедят и холодные. Молодец. Последний пирожок с сугробом. Первый блин комом. Молодцы. Стройного рождения испортит. Горбатого могилу исправит. Провожают по обувке, встречают по глупости. Встречают по одежке, провожают по уму. Две ноги плохо, а четыре хуже. Одна голова хорошо. Враг познается в радости. Друг познается в беде. Не всякая цапля чужое болото ругает. Всякая жаба свою болото. Хвалит. Да, молодцы. Спасибо большое. Многословие – брат бездарности. Краткость – сестра таланта. Рубль копейку уничтожает. Копейка рубль бережет. Родина смеху верит. Москва слезам не верит. Да. Хоть просторно, да хуже врозь. Честно, да не в обиде. Да. Труд – отец достоинств. Лень матушек. Мать чего? Лень мать пороков. Молодец. Правильно. Спасибо большое. И слово жюри. Итак, дорогие друзья, вы продемонстрировали прекрасное знание пословиц, поговорок, крылатых выражений. Произвели замечательное впечатление и очень радует, что в этом конкурсе все оказались.
одинаково хороши. Итак, школа 45, 10 баллов. Школа 32, 10 баллов. Гимназия 41, 10 баллов. И школа 15, тоже 10 баллов. А сейчас мы играем конкурс анекдотов. Вы готовы? Да. Закончите анекдот. Как у вас насчет аппетита? Как когда? То он есть, то его нет. А когда у вас нет аппетита? После того, как я хорошо поел. Поел. Спасибо. Закончите анекдот. Как прошел спектакль? Дездемону играла новая актриса, и так плохо, что когда Отелло начал ее душить, зал разразился смехом, слезами, криками. Что зрители делают в театре в конце пьесы? Аплодисментами. Закончите анекдот. Кинозвезда мужу. И ты думаешь, что я буду носить это беличье манто всю жизнь? А почему бы и нет, дорогая? Белки ведь носят. Да, носят всю жизнь. Закончите анекдот. Драматург заглянул в зрительный зал, затем бросился в кабинет директора театра и возмущенно спросил: «Скажите, вы нарочно ставите мою пьесу только когда театр абсолютно пустой?» Да? Спасибо большое. И слово жюри. Смех продлевает жизнь, но только тем, у кого есть отличное чувство юмора. Все команды показали отличное чувство юмора и знание анекдотов. И результаты следующие. Школа номер 45, школа 32, гимназия 41 и школа номер 15 получают по 3 балла. Молодцы. Уважаемые друзья, мы можем подвести первый итог первого тура нашей интеллектуальной игры. Итак, что мы имеем? Школа номер 45, 21 балл. Школа номер 32, на 1 балл больше, 22 балла. Гимназия 41, еще на 1 балл больше, 23. И школа 15, 22 балла. А мы переходим к одному из самых серьезных наших конкурсов. Это конкурс «Что, где, когда?». Ваш вопрос. В 16 столетии их часто использовали при лечении людей, так как считалось, что они отсасывают у человека плохую кровь. Назовите сказочного героя, который ими торговал. Дуримар. Да, да. Дуримар. Речь идет о пиявках. Спасибо. Одной из самых популярных пород в Украине является красная степовая. Ее вес около 500 килограмм. Какой из ее показателей достигает 5000 килограммов в год? Съеденная добыча. Количество, которое используют. Сила. 5000 килограммов или литров в год. Показатель вот. Чего? Выпитой воды. Крови. Молока. Ну, правильно. Удой молока, правильно. Из этого растения делали первый хлеб на земле. В Египте из него делали домашнее пиво. На какой части тела человека иногда появляется омоним этого растения? На голове. На глазу. Это ячмень, да. Биологи совершенствовали на них методы физиологического эксперимента, а физики именно на них начали изучать электрические явления в живых организмах. Для чего их используют многие французы? Для поедания. Да, для еды, это для гушки. Спасибо. Слово жюри. И снова команды радуют. Вопросы были сложными, но очень интересными. И все команды успешно справились с вопросами конкурса «Что, где, когда?». Итак, мы имеем такой результат. Школа 45 – 3 очка. Школа 32 – 3 очка. Гимназия 41 –
тоже 3 очка. И школа 45, конечно же, тоже 3 очка. А сейчас, мои дорогие, у нас конкурс болельщиков. 45-я школа. Закончите анекдот, начинающий поэт-критику. Говорят, что гениальность – это тоже болезнь. Возможно, но вам не о чем беспокоиться. Вы совершенно здоровы. Закончите мысль Сильвии Чиз. Денег и комплиментов не может быть слишком много. Да. Закончите четверостишие Леонида Шифрина. Пройдя сквозь неприятие тупое, потом стремимся мы догнать планету. И врач нас, выводящий из запоя, теперь выводит и из... Опьянения. Вы где сидите все время? Ну, из интернета, да. Спасибо команде. Школа номер 32. Закончите анекдот. Представьте, мой 3-летний сын порвал 50 страниц моей новой повести. Неужели он умеет? Читать. Да. Закончите мысль Теодора Адорно. Не мы слушаем музыку, а музыка... Слушает нас. Да. Закончите четверостишие Леонида Шифрина. Муж с ней расстался очень мило и дал ей все, что попросила. А значит, попросила ничего, все. Ничего. С ней муж расстался очень мило, обошлось все без скандала и дал ей все, что попросила. А значит, попросила все. Ну, в рифму. Просила. Со скандалом рифма. Просила. Обошлось без скандала, мало. Попросила все, мало. Все, большое спасибо. Так, дальше у нас 41-я гимназия. Закончите анекдот. Критика писателя. О дожде он пишет слишком сухо, зато в том, что он написал о засухе, очень много... Налей. Да. Закончите мысль Клиффорда Одица. Брак бывает двух видов, когда муж цитирует жену и когда жена... Цитирует мужа. Закончите отрывок из творчества Блейка. Есть улыбка любви и улыбка обмана и лести, а есть улыбка улыбок, где обе встречаются вместе. Спасибо большое. Теперь команда 15. Закончите анекдот. Один рыбак спрашивает другого, как сегодня вода? Изумительная. Даже рыбе не хочется из нее. Да. Закончите мысль Теодора Гайзела. Взрослые – это состарившиеся дети. Да. Закончите четверостишие Леонида Шифрина. Не удивить нас сложностью задач. Никто в решении их нам не помеха. И на авось законы неудач становятся законами успеха. Молодцы, спасибо большое. И слово нашему жюри. Вы замечательно болели за свои команды. Стремились их поддержать. Вы и творческие, и смелые, и эрудированные. И у вас поэтому все получилось. Вы доставили нам большое удовольствие. И поэтому я оглашаю замечательные наши результаты. Болельщики школы 45, 9 баллов. Болельщики школы номер 32. Тоже 9 баллов. Болельщики гимназии 41 – 9 баллов. И, конечно же, болельщики школы номер 15 – тоже 9 баллов. А сейчас, ребята, мы играем с вами конкурс «Казино», который посвящен памяти блестящего игрока и замечательного человека Женечки Ларионовой. У вас есть самый маленький листик на столе, вы делаете ставку от 1 до 4. И сдаем. Я напоминаю, что вопрос потом будет в письменной форме. Ну, сдаем. Сдаем. Принимаем. Ставки приняты, господа. Ваш вопрос. После употребления в пищу этого полезного растения рекомендуется пожевать немного корня свежей петрушки. Назовите тех,
С кем, согласно легендам, оно помогает бороться. После употребления в пищу этого полезного растения рекомендуется пожевать немного корня свежей петрушки. Назовите тех, с кем, согласно легендам, оно помогает бороться. Время. Все команды дали правильный ответ, а вот ставки сейчас согласит жюри. С вампирами помогает оно бороться, речь идет о чесноке. И сейчас жюри нам огласит. Ну что ж, это азартный и рискованный конкурс. Все команды удачно справились и оценили свои знания, умения и силы от 1 до 4 баллов. И сейчас результаты мы узнаем, как справились команды. Школа номер 45 получает 4 балла. Номер 32 оценила свои знания на 2 балла, плюс 2 балла. Гимназия 41 получает 3 балла. И школа номер 15 получает 4 балла. Так, а сейчас общие результаты. Кто начинает сектор риска? Уважаемые игроки, я подвожу сейчас итог нашей второй части интеллектуальной игры. И потом общий. Значит, 45-я школа 16 баллов. 32-я школа 14 баллов. Гимназия 41 15 баллов. И школа 15 16 баллов. И общий итог второго полуфинала. Школа 45, 37 баллов. Школа 32, 36 баллов. Гимназия 41, 38. И школа 15, такой же результат, 38 баллов. Молодцы, лидируют. Начинает 32-я школа. Внимаем конверт, да и у меня. И слушаем меня очень внимательно. Лекарственное растение хиноцею пурпурную используют в медицине и пищевой промышленности. Назовите любимыми многими детьми и взрослыми безалкогольный напиток с яркой этикеткой, в состав которого она входит. Живчик. Живчик. Сейчас 45-я школа. Какой? Первый. Тихо. Ваш вопрос. Карл Линней создал цветочные альфы. В какой стране издавна изготавливали самые качественные альфы? Альфа – это замена? Да, альфа – это замена. В какой стране? В какой стране что использовалось? Всегда изготавливали самые качественные альфы. Я тоже. Я думаю тоже. Я тоже об этом первый раз. Альфа – это что? Да. Ответь микрофон, пожалуйста. Отвечай. Швейцария. Это Швейцария. Речь идет о часах. Швейцарские часы. Теперь у нас по часовой стрелке 41-я гимназия и потом 15-я школа. Выбираем. Давайте третий. Давайте третий. Так. Ваши вопросы. Будьте очень внимательны. Самая ядовитая из них в мире является австралийская морская оса. В песенке из мультфильма они сравнивают себя с очень крупными ягодами. Как называется огород, в котором выращиваются такие ягоды?
Самой ядовитой из них в мире является австралийская морская оса. В песенке из мультфильма они сравнивают себя с очень крупными ягодами. Как называется огород, в котором выращиваются такие ягоды? Что Баштан это. Микрофон повтори. Баштан. Да. Это медузы. Мы медузы, мы похожи на арбузы. И арбузы выращивают на баштане. Бахчевые культуры. Ну, вы ничего не тянете. За вас решает всю судьба. Древние греки называли этот полезный овощ яблоком сумасшествия. На Востоке его называли овощем долголетия. Какими словами охарактеризовали в популярной комедии блюдо, приготовленное из этих овощей? Древние греки называли этот полезный овощ яблоком сумасшествия. На Востоке его называли овощем долголетия. Какими словами охарактеризовали в популярной комедии блюдо, приготовленное из этих овощей? Так, сумасшествие, возможно, имеет какой-то психотропный эффект, если так называли. Овощи долголетия, не знаю, как называется блюдо из этого, какими словами описывается. Так, что это может быть? Яблоко сумасшествия, овощи долголетия, возможно... Я не знаю. Это полезный овощ. Яблоком сумасшествия, овощем долголетия. Как в популярной комедии назвали блюдо, приготовленное из этих овощей? Полезный овощ. Как представили это блюдо? Кабачковый краб. Ну, возможно. Ну, как представить? Задморская... Икра да? Баклажан. Икра задморская баклажанная. Главная фраза, любимая. А сейчас слово нашему дорогому жюри. Я так понимаю, что перестрелка будет. Да, будет, да. Да. Уважаемые игроки, подошла к концу наша... интеллектуальная игра, где вы показали все свои блестящие результаты, умения, навыки, за что мы вам и благодарны. Спасибо за интересную игру. Но все-таки игра есть игра. Игра есть игра. И у нас есть победители. И первое место между собой поделили две замечательные школы. Это гимназия 41, которая получила 45 баллов. И школа 15, которая получила также 45 баллов. Но у нас также есть и второе место. Это ребята 45-й школы. У них 44 балла. Молодцы! И на третье место вышла школа номер 32 с результатом в 43 балла. Сейчас первое место мы все-таки будем разыгрывать, так как приз отличается значительно. И разыгрывать мы его будем таким образом. Ребята, я даю карточки с номерами ваших команд. 3 и 4. Значит, у нас тут 41-я гимназия и 15-я школа. Поэтому я попрошу преподавателей 45-й и 32-й школы выйти сюда и побыть секундантами. Сейчас мы этот вопрос разыгрываем на скорость, так как вы сейчас не заинтересованные люди, то выходим сюда, пожалуйста. Ребята, я читаю вопрос, вы быстро пишите и поднимаете руку с карточкой. Кто быстрее, естественно, правильно ответил? Ну, кто-то может ответить быстро и неправильно, тогда выиграет тот, кто ответил медленно и правильно. Так что тут, чтобы увековечить память этой героини, французский король Карл дал ее родственникам дворянство и фамилию Люс в честь лилии, символа Франции. Каким эпитетом из двух слов называли эту героиню? Каким эпитетом из двух слов называли эту героиню?
Время. Ну, есть правильный ответ. Сейчас я уже дожду. Все, ребята, да. Ответ уже получен. Итак, правильный ответ. Речь идет о Жанне д'Арк, которую называли «Орлеанская дева». По результатам перестрелки чемпионом города Николаева по игре «Что, где, когда, интеллект, ассорти» становится школа номер 15. А сейчас мы приглашаем команды для награждения. Кто у нас на четвертом месте? На четвертом, 32-я школа. 32-я школа, пожалуйста, мы вас приглашаем вместе с преподавателем. Каждый участник этой команды на свою карточку получит 20 гривен от партнера нашей передачи «Приватбанка Юниор». Вот. И вот таким замечательным календарем, вот он показан, мы награждаем преподавателя этой команды. Большое вам спасибо за блестящую игру. Пожалуйста, команда школы номер 45, тоже с преподавателем. Вот замечательно играла команда, просто блестяще. Значит, каждый игрок команды на свою карточку получит 30 гривен. Преподавателю объяснила, как заполнять. И вот этим календарем на память награждается преподаватель команды. Большое спасибо. Команда школы номер 41. Пожалуйста, преподаватель и капитан. Каждый игрок получает 50 гривен на карточку. И таким замечательным календарем на память награждается преподаватель. Команда, проявившая наибольшую волю победы в этом турнире. Так, 41-я гимназия. Спасибо большое. И наш победитель, пожалуйста. Школа номер 15, чемпион города Николаева. Большое спасибо за блестящую игру и тоже большое стремление к победе. Огромное спасибо. Все члены нашего жюри, которые прошли с нами вместе очень долгий путь, получают тоже календарь от нас на память. Усім серцем я б хотіла, щоб усі були щасливі. Та чому в світі все не так? Люди, мов птахи безкрилі, всюди повені і зливи. То з небес подають нам знак, намалюй. Кущі сонце і сніг розтане на долонці, все зберегти можеш тільки ти. Мине час, нам не зупинитись, доки ще сміються діти в казку і сни. Руку простягни. Якщо ти Руку простягни.
Дорогі наші хлопці, дівчата, шановні гравці, я вас вітаю сьогоднішньою цікавою грою. Ви всі, кожен з вас, вартий називати себе переможцем. І я бажаю вам від душі здоров'я, щастя, радості, злагоди і миру нашій Україні. До побачення! Дякую за увагу!